Вот он, вот он. Вот это монстр. О, есть! Озеро Мариалах образовалось в кальдере потухшего вулкана. Глубина озера до 53 метров. Принадлежит бенедиктскому аббатству Святой Марии. Вода, как вы сами можете видеть, совершенно прозрачная. Температура воды на глубине не превышает 3 градусов. Дневная карта вместе с лодкой стоит 25 евро. Друзья, всем привет! Как вы видите, находимся опять на рыбалке. Сегодня рыбачим в жерле вулкана, потухшего вулкана. Когда-то тут был большой вулкан, и на жерле вулкана образовалось озеро. Приехали вот с Сергеем и с еще одним товарищем, он на другой лодке. Хотели половить сегодня вулканических монстров, а по-русски это линя. Здесь очень крупный линь, больше 2 килограммов. Единственный, который клюнул, благополучно убежал. И больше у нас линевых поклевок не было. Поймали пару чебачков, пару полосатых. День как-то не задался сегодня. В воде-то рыбу мы видели. Тут вода кристально чистая. И если ряби нету, то хорошо видно. Лень ходит. Но брать он почему-то сегодня не хочет. Так, стоп. Так не пойдет. Рыбалка еще продолжается у нас. Так что продолжаем рыбачить. Да, друзья. Я вам тут наговорил немного, что у нас никаких монстров нету, но все-таки двух Сергей смог уговорить. Так что продолжаем смотреть. Монстры будут. Вулканические монстры будут. Вулканические. Так что смотрите, что получилось с нашей небольшой рыбалки. Всем привет. Ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч. Первый мелкий полосатый. Башкой трясет. Большой трясет. Но все равно это какой-то кайф. Ну, таких, если бы целый день клевали бы, было бы хорошо. О, первый полосатый с вулкана, с кратера вулкана. Второй полосатый. Только какие-то не трофейные, Серега, они у нас сегодня. В обед они начали. В обед? А в обед ты скажешь, надо до вечера подождать. Красноперка или что? Кого ты там, Серега, ловишь? Какую-то красноперку. Шустрая какая. Борзая какая. Мы только про них мы разговаривали. Слушай, так это, тогда, может, сделай глубину поменьше, они повыше ходят. Не знаю, на донку взяла. Ну все равно попробуй на этот. Так у тебя поклевки не было? Не, я просто хотел вытаскивать и все. Хорошая красноперочка. Если смеляка на глубину, вот они стоят где-то на этом обрыве. И вот он сразу взял. Ну и такой уже получше. А, это хорошенький уже. И посмотри, как он его. Вот сразу, как только вот это прошел миляк, да, и стал падать в глубину. Смотри, еще там рыба в нем. Вода прозрачная. Наверное, 6 метров в глубину, все видно.
Серега у нас сегодня медленно, но верно ловит плотву. Какая такая бойкая, блин. И такая приличная плотва. О. Вон, больше ладони. Да. Но она тоже проклевывается. Очень редко у нас сегодня. Не надо рыбачить, а не спать в лодке. С таким клевом и уснешь. Наконец-то у нас поклевка монстра. Так, сачок вот здесь спереди лежит. Не торопись, и будет нам счастье. Наконец-то. Вон он. О, ты ушел. Да ты че? Не-не-не, в смысле это. Надо вытащить, блин. Хотел выкрутить. Тормоза чуть-чуть ослабься, наверное. Да, будет. Не ослаблены. А, не ослаблены. Вот он. Вот это монстр. О, да. Наконец-то, блин. Не ругайся. Давай, Серега. Сколько мы тебя, сволочь, ждали, блин. Вот это, друзья, то, о чем я говорил. Это и есть монстры из жерла вулкана. Красавчик. Вот это линь называется. Да. Молодец, Серега, поздравляю. Что ты скажешь? Что делать с этим человеком? Я не знаю. Вот так мы собирались уже домой уезжать. Да. Уже наговорили целую кучу. О! Но этот поменьше. Этот поменьше, ну тоже неплохо. Не, этот поменьше. Ну вот. Все-таки монстры у нас пришли к нам. Вулканические, все-таки они пришли. Вот это рыба. Серега, ну что я тебе могу сказать? Ты, наверное, спасибо. В детстве что-то не то кушал. Да, наверное. Я же говорю, я приехал на рыбалку, а не в лодке спать.